Это даже из-под палки вот так вот, то все равно. Вообще-то это было мое решение. Но у нас мини-елка, потому что у нас мини-квартира. Посылочки. Отличного Нового года и счастливого Рождества. Смотрим, как Элай сейчас будет с ними справляться. Ась, потому что только мамы поймут, насколько наши нервы. Я говорю, нет, выбирай. Бук, не надо, да? С собой. Хорошо. Не надо. Добрый день, вечер или любое другое время суток, когда вы нас смотрите. Мы проводим очень интересное время, как всегда. Таня моет посуду. Это просто моя кредо. Да, это ее. Мыть посуду – это ее. Хлебом не корми, дайте помыть посуду. Хлебом не корми, дай хлеб поесть. Вот, но мы решили, что вот вроде как декабрь наступил. Над новогодним настроением зарядиться, и мы пошли его искать. И нашли его в кладовке. Потому что там, в кладовке, лежит елочка. Мы решили. Потому что, вообще-то, если это... Если даже из-под палки вот так вот, то все равно вообще-то, мы это решили. Было мое решение, вообще... пока я Таня не уговорила, чтобы мы поставили елку. Да ты офигел вообще! Говорю, где елка лежит? Хочу с сыном елку нарядить. Ходит и ноет, куда мы эту елку поставим, куда мы эту елку? Да полно места, хочешь около батареи? Хочешь на стол ставь? Вот. Тебе лишь бы пропустить праздник. Обмануть своих подписчиков. Угу. Чем обмануть? Что ты хотел елку поставить. На, вот орешек съешь. Это я говорю, возьмите елочку, нарядите, расскажи Лайчику, почему. Это, кстати, пекан. Очень вкусные орешки, мне они прям очень нравятся. Эх, ем. Они на вид и на вкус, как, как грецкие орехи, но они вкуснее, они слаще. И на вкус, как грецкий орех. В смысле, неправда? Неправда. Согласитесь, ничего не понимаешь, напишите, в этом вкусе. Напишите. Я понимаю, но... О, кстати, кошки уже... А что он не стоит? Мы вообще-то уже готовы. Саюш, ну давайте. Элла, отнеси елочку. Неси елочку. Ты скажи лучше, что мама собралась готовить. Что, мам? Что мама собралась готовить, скажи лучше. Не знает. Я тоже не знаю. Я сегодня... Что-то меня так приспичило, захотела сначала пирожки жареные, потом мама говорит, сделай вкусные чебуреки, тебе очень понравится. Выслала мне рецепт, сейчас буду делать чебуреки. Вот, а Мика заставила наряжать елку. Ой, какая она! И чебуреки захотела приготовить, и елку заставила. Ты что, такая плохая, что ли? Нет, в смысле, я говорю, что пока я буду с Илаем елку наряжать, ты приготовишь мне что-нибудь вкусненькое. Да ты что, офигел? Моя мама докажет, что с самого утра, обеда точнее, у нее спрашивала рецепт. Не знаю, что такое? Элай, тащи елку. Елку тащи. Ёлочку, неси елочку. Елку мы отложим. Пока что пойдем со мной, поможешь папе. Потому что с Алиэкспресс не пришло всякое разное. Любимый, ну пожалуйста, нарядите елку, потом будете уже свое Алиэкспресс вместе. Между прочим, это друг за другом связанные вещи. Пожалуйста. Да, вот, Элай уже просится открыть. Ну, хотя поставили бы уж елку. Она не стоит, пока ее не расправишь. Тобой. О, вот так вот расправляем. Веточки. Опускай веточки. Вот опускай. Вниз веточки опускай. Ой, колючие, да? Колючие веточки. Елочка колючая. Давайте, короче, не мешайте, пожалуйста. Тебе лишь бы не мешать. Вот чтобы... Опускай. Вот эту вверх надо поднять. А вот эти надо опускать. Так, сейчас мы расправим еще пару веточек. Коты уже жадно смотрят на эту елку. Особенно Вадик. В прошлом году Василь был у нас на даче, и он особенно эту елку не видел. Чего? Камеру дать? Перекусываем кефирчиком, потому что наряжать елку – это достаточно трудоемкий процесс, да? Приходится потрудиться. Халям-балям. Не халям-балям. Пяточкой тут все не сделаешь, да? Ну, что потерял? Вот, но у нас мини-елка, потому что у нас мини-квартира. У нас только Макси коты. Вот сейчас зайчик тебе поможет. Мам, дай помешать. Иди, папа, смотри, что ты. Смотри, что папа принес. Посылочки.
Что, начнем с больших или с маленьких? О, это ворона! Это... На самом деле, короче, прошел Хэллоуин, но мне так хотелось, чтобы у нас на Хэллоуин было все клево украшено, что к следующему Хэллоуину я подготовился и на Новый год заказал игрушки для Хэллоуина. Ой, смотрите, какая ворона пришла. Смотри, Бась, какая ворона прилетела к тебе. О, вот это на Новый год пришла. Смотри, мама, как раз к тебе в тему пришла. Как круто! Смотрите, елочки там, да? Фартучек новогодний. Елочки. На, одевай ему. Смотри. Ой, здесь у нас черепушка приехала. Если мы там на дверь в новый дом. Блин, я думал, это гораздо больше будет. Ту-ту, паровоз. Для игрушки, для елочной пойдет. Или что-нибудь украсить. Да? О, есть что-то страшное. Тыковки лежат, тыковки. Ну, Элай нравится. Да? Ну, самое главное. Посмотрите, какой милый снеговичок. Посмотри, какой снеговик. Да? Снеговичок. Вот он-то у нас на елочку. И поедет. Сейчас мы его на елку повесим. Смотри, Элай. Элай, повешать, папа. Иди, вешать. Вешать надо. Вот так вот надо повесить. Вот здесь будет снеговик жить. Снеговичок в елочке живет. Видишь, здесь снеговичок. Ой-ой-ой. Осторожно. Ты у нас хуже кошки, Элай. Ощущение как настоящее прям. Здравствуйте. Здравствуйте. Не успеешь оглянуться, а он тебя полежит. Я и не оглядываюсь поэтому. Елочки. Елочки будем развешивать с тобой. Но все это на фотках выглядело гораздо круче. А че у тебя весь рот в муке? Дай папа попьет. Спасибо. Вот видите, зачем дети нужны? Чтобы в старости принести стакан водички. Ну, ты же уже такой старый. Таня с задуманным чебуреком не справилась. Сейчас получишь. Ну а что? Вот. Ну, и поэтому тесто придется месить мне. Или тебе. С Лачком развешиваем красивые игрушки. Покажи, как ты вешаешь игрушки. Нет, я оплатила нам. Покажи. Вот, смотри. Сделала бесплатные версии. Давай, давай повесим. Какие красивые игрушки вот так вот. А это куда? Давай тоже на елочку надо вешать. Маме, давай. Сейчас у меня ты все что, ежика обижаешь? Что ж, у нас тут камера внезапно села. Но мы чуть-чуть нарядили елочку, повесили такую гирляндочку. Таня тем временем допекла, дожарила. Доделала свои чебуреки. Я еще не пробовал. Но они обещают быть очень вкусными. А еще тем временем Петя мне уже прислал аудиозаписи. И посмотрите, как это будет звучать. Да, ты дозвонился в Мармелад Шоу. Но мы празднично отдыхаем. Начнем традиции обрабатывать заказы уже 2 января. Ну, потерпи немного. Желаем отличного Нового года и счастливого Рождества. Вот так. Если вдруг первого вы позвоните, то услышите такое приветствие. В смысле, в чебуреку всегда должен быть сок. В чебуреку всегда должно быть мало мяса и вот столько много теста. Лука. Я привык к вокзальным чебурекам. Ну, ты диновый залежь. Доброе утро, друзья! Очередной день. Мы получили вчера посылку. Я заказывала посылку такая с развивашками. Вроде они такие легкие, но посмотрим, как Элай сейчас будет с ними справляться. Давай, давай. Розовое яичко, давай маме. Пока... Пока так. Ой, это синее яичко, давай маме. Давай синее яичко маме. Давай маме. Палочкой надо, палочкой вот так ловить. О, ну у нас Элай хитрый. Давай, маме, давай зеленое яичко. Вот так. Яичко, это оранжевое. Давай маме яичко. Давай маме яичко. Давид думает, что сейчас еще одно прикрепится. Нет, по одному яичку. Вот, вытащили яичко, давай маме.
Все. Все, курочка, спасибо тебе, спасибо. Ты нам столько яичек подарила. Спасибо, курочка, спасибо. Порой мне кажется, что меня когда-нибудь парализуют от нервов. У нас Элай очень любит пересыпать корм кошачий в их водичку, а также носиться с этим кормом с чашкой и просто высыпать где-нибудь вот здесь, допустим. Ну что, давай собирать. Что ты себе массаж ног делаешь? Давай вместе собирать корм теперь. Собирай вот так вот и обратно. Конечно, это все нужно контролировать, закрывать ванну от Элая, но не часто мы об этом вспоминаем. А, ты специально принес, рассыпал, чтобы подмести, да? Давай, подметай, подметай. Угу. Я вообще поражаюсь мамам. Вообще мамам всем поражаюсь, потому что только мамы поймут, насколько наши нервы ценны. Говорю, как бы не сойти с ума? Просто вот как не сойти с ума? С другой стороны, как бы просто не нужно это, скорее всего, воспринимать так близко, как мы воспринимаем, нервничаем из-за чего-то. Это в виде мозаики, пазлов. Тут, в общем, нужно собирать белочку, елочку. Вставляй, человечек. Вот такая вот елочка у нас, да? Да. Так, дальше, Элай. На, коробочка с подарками. Куда коробочку с подарками мы кладем? Где коробочка? Нет. Элла, где коробочка с подарками? Вот еще, вот сюда, в эту ячейку надо класть. Давай. Оп. Ну, Элла. Это очень тяжелый выбор. Очень хочется сюда поставить, да? Как будто вот подходит. Давай сюда, Элай. Белочка, на, вставляй белочку. Скорее. Скорее. Прикскок. 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 Белочка. Вставь белочку. Прикскок. 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 Белочку вставляй. Получилась целая большая елочка. Елочка получилась. Элай начинает сам палочкой ловить. Забирать и прятать к себе. Молодец. Умничка. Умничка. Я ему сделала эту ниточку покороче. Знаю, какой день я уже это снимаю, но вчера у нас было две развивашки и осталась третья. Третья развивашка с елочкой. С елочкой развивашка. Чего ты икаешь? Пазл вот этот нам не особо зашел, но я думаю, что он останется еще. Еще у нас получится его собирать разных игрушек. И задание. Элай, посмотри, какая елочка здесь. Видишь, желтые внизу, желтые игрушки. Где желтый, Элай? Где желтый цвет? Пока он, когда он видит первый раз развивашку, он начинает нервничать. Ему все не нравится, все в рот начинает тащить. Вот, Элай, смотри. Желтый. Смотри, мама что делает. Смотри, мама наряжает елочку. Видишь, елочку наряжаем. Я не могу приучить ребенка кушать с ложечки. Он ей повозюкает. Вроде как попытается. Да, попытается есть с ложечки. Но в итоге он берет, макает пальцами сюда, вот в эту чашечку, и с пальцев слизывает еду. Сегодня мы решили провести воскресный день в конюшне. Шутка. Мы едем покататься на конях. Это внешняя моя мечта, мечта, которую Микаэл согласился исполнить сегодня. Мало эти исполняют, да? Вот видите, вот. Нет, просто пока камера не была включена, Таня обсуждала, что я ей редко говорю слова любви. А я говорю, тебе лучше слова говорить или поступки делать? Она говорит, мне все нужно. Я говорю, нет, выбирай. На самом деле, в этот раз я ему сказала, что я его очень сильно люблю, и он тоже задался вопросом, почему я ему так редко это говорю. Почему я не задавал в прошлый раз
один раз ему только сказала. Я говорю, я могу тебе каждый день говорить. Могу каждую секунду, миллисекунду. Это же, говорит, тебе надоест. Мне не надоест. Вот видите, видите? Так ты попробуй сначала. Слышь? Нет. Потом... Ладно, давай покажем любовь. Подписчик. Вот наша любовь. Да. Не было бы любви, сзади бы никто не сидел. Да. Элай, ты согласен с аргументацией? Как бы мне все надоели у него такой взгляд. Сказать, что с прошлого, у нас вот с самого основания, когда мы завели в наш блог, есть разоблачители, которые всегда подмечают что-то, говорят о том, что... Пока мы ехали, обнаружилось, что у нас закончилась память на карте, на нашей камере. Теперь придется снимать все на телефон. Да, почти закончилось. Да. Заполнилось. Заполнилось, но чуть не забыли. Заболеть нельзя. Такая ничего камера, нельзя. Что нельзя. Да. Без компьютера. Такое сказочное место. И продолжая разговор о том, что я говорил, разоблачители, которые нас смотрят, не знаю, наверное, с 300 человек. 300 подписчиков? Да, не с 300 тысяч, которых у нас нет, а с просто 300. Хочется добавить здесь рифму, конечно же, но мы не будем этого делать. Короче, отстаньте, все у нас прекрасно, все хорошо. У нас благополучие и дзен. Вот. Любовь и нежность. Но постоянно нас пытаются разоблачить, в чем-то уличить. Это, в принципе, нормально, мы вас прекрасно понимаем. Часто встречаются комментарии типа «неприятно смотреть». Ну, если неприятно, то валите, пожалуйста, нахрен с канала. Вот, мы вас сильно не держим. А всем остальным насильно. Привет. Ходите сюда. Вот какая у нас случилась. На улице. Ну да. Иго-го. Такая вот красотка. Она как будто не живая, искусственная. Вот проходите вот сюда. Красота. Лошадь можно гладить. А это, наверное, нельзя. Кубик. Это не трава. Они... Элай, погладь кубик. Зеленые. Осторожно, вот так руку не надо, да? Совать. Хорошо. Не надо. Все, не по одной простой, пожалуйста, причине, что он берет губами и может... засосать. Только вот на открытой ладони вот так. Ага. Вон как. Понял? Сейчас я морковку принесу. Для кубика морковка. Смотри, зайсё. Кубик? Держи. Ну, на. Ничего себе. Парень, на, ну нельзя же. Идем еще в одну конюшню. Там есть пони, которые можно гладить. Пони? Которых можно сюси-пуси. Вот пони, ярко. Пони, в смысле, это вид лошадей? Ну, пони, ну, да, это класс лошадей. Вообще, по классификации, ниже 145 сантиметров холки, это пони, ага, считается. Угу. Вот. Красивая. Вот та лошадь, которая елка, она выше 145. Ага. А так, в принципе, чуть-чуть была бы пониже, ага, считается пони. Лошади, на которую вас сейчас повезет. Ага. Вот это ее дочка. Ой, здрасте. А папа, естественно, вот тот вот, опять-таки. Это что, знакомство? Попрошайничество, вот что это такое. Попрошайничество. А смотри, мы сейчас на лошадке поедем. Так, 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 так. Так, удобнее. Пожалуйста, на лошадке. Так, мама, давайте. Заюш, это поправь ему обувь, штанишки. Я думаю, вы, наверное, вдвоем, вам теплее просто будет. Там в лесу-то как бы не жарко. Пансионат, да? Ну что, путь дорожку. Нам выделили экипаж, у нас есть плед, пледы, у нас валит небольшой снежочек.
Николай нормально реагирует на лошадей. Он наоборот к ним лезет. You're guilty as charged. I caught you out red-handed, knee-deep in my heart. Смотри, смотри, папа снимает. I never saw it coming. It took me by surprise. 'Cause you went undercover without an alibi. You done the perfect crime, girl. Now I wanna do the time. 'Cause I got no defense, but hell, I'm gonna walk.